Өте күнінен күндік өрәтшілер. Бұ Якутскай беріні қарағыд. Биеге бүгін бері бітігер Якутскай қорат келбер, кенігер үйнер, үйнейлер тұстарынан көпсеті әқпет. Минатты бар Виктор Борисов алтан түйіней бар, кені бұ үйнейлер тұстарынан биеға бүгін көпсеяға. Виктор, де бұ камдрагмет орғайын алборыттан сағылы бұд, бері бітін. Ахаманы тоқ үйнейлер, қандық үйнейлер баллары. Ол тұғынан көпсеті әғамда. Таман арас юне бар мен көрдік біне, көрдік сақа сир оттор баллар, көрдік этнограф Андрей Андреевич Савин, чырыпчығы еті, хөрерінің. Хақа офсайынан, әттондан тақсы арас оту хире біт, орыт. Қаханары біт, сире біт, оны әті хақылы аңырдасы әтақылықтағын ден түкудыр сүкудағын оты сыйға, оны бұл батақ аңырдасы ки организмар білу. То белок работах углеводы меня доллады. Олим была хака белевит, хака бехека я нахрен урут. Хака была она белевит, хака вир отун на юкебен арас тон ахлуконструн. Вир отоден то вир минаден дебилити дигно от минатель. Небеги была она блин исмин тукудути вир минадитака. Супис патрохов дигно была она от мина. Оттан арас, отто веннер минің оралдар, оны бұтығастен ұтақ бар, оттаның оғылдар, отты бұқиын. Құрдық, хақа оттан құлы бұра, ол ақылға тейбет еттенді, үйінден бұл қағаныр әті, отты хейр әтәден әтәхін бар, күнан баран, сөйтікі витамин, оттен витамин болады, оны хақа отты ақылық кәрі ота, оны әмтенергемен тұттар әті. Холора, билила, вот этот баллар, холора, кома часка не кемит бати, да, холора, кемит бати, ника на гонеру, киндер, билила, билдер, вот этот, этлер, он, хахарин вот этот, он хакустяхтер, хахарин билдер, он, эльбах вот тохналлар, холора. Чахолора, бой, херге, хахахиро, тортен кордека. Көлкүтігер үйнереттір хақанаға сиребет, қолауыра әте үнюлад болуын, сусақда, зонтишни, әбетер болағана әте орагос болуын, баға батаға ден атылырды, әбетер мұндық тұқтақ. Әбетер болаға бұл хомус, тірістек южный, бұл болағана тура таттаққа тұқсилі хенхилдер әбет, қатаралар әбет, хенхилдер әбет, қатаран барандар. Онтағанан бұл бігі көр әбет, күрдігіз күреті тұрар, Мужчины гороши денаты, мужчины гороши денатылар. Ман воллағана мен үйті халыққа тұтта әбендер хилдер әбет. Ол атақас бірде үйнәйіні кенілер тұстығынан маңдық қатаран дұу да бәйтін сібехейнен дұу сілдер болады. Аха, сібехейнен. Аха, қолабыра бұл қомыс тұғынан болуын қайдай? Қомығы боллағана бұл сілдер хилдер. Қатаран атақ бұл қомығынан оныман өрінің мен ғырылды. Арас қолыға таттағады түріп Hüründen ahatan hildir evet haklar. O da hal böyle tarka bukken tarden böyle yutkah vardı. Olma. Hayne bu bırakılır olmak. Onunla kihlerini katta ahatallar. Ahatan baran tongurallar kihil. Tongbudun kanal böyle kihini bu hal böyle bu soksa hildir. Min kanal evli o kahve kanal. Тарден осена, это второй день казахтар говорник, были начменник это были ютубчики, кахам дал. Тарден нас бия, тарден была она именно вот мы астабоган, комиян кахам губтер, кахам роллер это тарден. Хака хурин хал. Ата бухиргамин корбинан кастар багалбах, гран луговая денатлер. Бу кастар баган была она ахатан хилдеревит. Онна бутугоска мебралларыбыт, бутуго кытты буккеннер хахабы утаварды хилдерибит. Бу нахай витаминнах шуэй билек туох. От маны бу оту туох эмтэгот быгытнан тохуттарымен тутталырыбит. Геранил гавайден. Били кихи тымниддағына, градусырда, температурада тағыстағына, онна тугары сүйрүттін утарыйын көмілер. Маны көрдіға әлбәқ. Бордук он халан кое хебекленер бу, бу амма өрүскә нәһәл бәхүнер мен гирән. Оны осеннән бу Якутскай Виктор, бу камдрагмет алборун ихигер бар юнейлер көрдебит, оны тахана несе бу чуга серге хандык юнейлери. Мен көрдөхпүнө абаахтаяга юнерет. Дудник амурскийде натылдыр. Бу абаахтаягын хилдереп теме хакылар. Окомарын кохаган болор. Кохан дилдер, током хилдереп тебдан. Он таханан бу отохоттар Тугун силихин туханалар. Эбит бу абахтаян кенин силихер боллагана тух кумарин бар. Кумарин болла онкологин утара оксухар тух вещество. Керидер боллагана сиулга холора дудник гигантская нам была тухананнар хемахимден бадангораннар андудустун атылылдырды. Холора пионе беннерин. Это бихе воллагана утохтараны туталдырыпты. Он таханан боллагана эти нучулыта кровохлёбка ден. Эбетер боллагана хакылыта ымыяктет. Кылтмандык тебелях микрофон курдык болат. Онны воллаган сирин каханалдырып. Нахал бай каханалдыр. Бурусты бирэме хүстү киленден каханалдырып. Ол йылдыр. Туга ошо бамандык тухтах клубин кудуптах. Он уллагана хилдеребит катаран барат. Он тамыяга боллагана копеечник мелене натылдыр. Мана бу үйкө бухараннар, эбит уга бухараннар биле хилдеребит. Этини таханан кудри сарские кудри эбетер боллагана тох лилия кимден. Лилия кудреватая ден бар. От он хардаден, он хилдеребит биле хилен каханнар күн. Это хардана нами хилдерит глубине лилия доуская демар крыгой бай бандикивики хардана вот глубине урсилдерит она то основан то крахмал кордюлер была е это Андрей Савин тугор монографитер пишу якутов до развития земледелия динер то бехека хиллера хлора да то я хана был углевод надо хака воллагана все хитером поллади земледелие улан улхан таргаматагата хакларга олехим боллагана углеводтарын итинен холбилдерет бле тухтах бурдуктах той крахмаллах үнейлер буланнар он бурдугондар хилдерет углевод куна он тахана боллагана интерехне көрмө хакла теле хеветтелет теле хехин культурата хакларга хох бу кулор мен эбем она хахалга дирит теле воло той келин хибуптер вот окна барам бу олуктох полизият муктарга юкегидерга холор теле хехин культура табар бихи кахо эти воллагана элба кафсир холор этнографию исхоханунарир того теле хебепит холор эти степа муктарга ремяндык пар теле хебет теле хох булай степка вот Он таханан че хама хир от путполлан уйрата. Полынь, атлер, холобра эти чернобыльниктен уйратавар, евтерли полынь монгольская ден атлер. Алтунан тахтана харевите поллакка, бу уйратун элбе ханаларевит он хеби хеди евтер хатарамбаран, эми уйтахалкабу уйкабукуяни. Курта бурду гевен кахагораннар силдерепти таргабыккеннер. Чохолобра үйрөтө арахалбах холор полынг милине ден бар хеп. Бу күчүктө жана төлөр хакылар болот. Тахагана Кет Марсен ден бир наха амарах хурактаг Англиядан бир жактан келе жүдебит. Сестрамел сердиден аттылар. Бастык анду дехеритигер кыл крес тугунан линетнен үлелихиджен бир кихиттен халдаттан тух араңырыны булбут. Араңыры ден нушулыта проказа ден. Онна онтон ол араңырыны эмтир эми андой дустун көрдебит айынна апталбактык. Хакахригар оннук от барын истебит. Оннук от араң эмтир от бары хүйден. Онна хакахригарды айыннан калбит. Хакахригар айыннан калан баран көрдебит. Көрбите боллагана ол араңырылактыр билүүгө. Он кене каччохомуян бу липорзор тутарбута. Туара ото үргө мандык чайник мандык көнүлүк хелдеребит. Ол күчүктебит, балын бери. Окунан баран бу Кадик букучук таваллана кихи сюрютун тохтутар хмнатар суйста лахканам баран арантанем тевай. Оканам баран бу хурдах харса хурдахтар бу арангырлахтарга комлехеру манникарах тестимни додуай нангел бите бу хурдах кения наха корсун хурдах дахтаре биттен этер. Бу юре тобутрар бу мана биле. Алк аска буккенер хилдерев тақалар. Хебиети көннеренден үксүн катарандар, аны воллаган көннерендер ахатандар. Онун таханан бу үйрөтүн бу оюннахан үйрөтөр бир оюндар удагаттар тутталарын көрбүтүм. Бу катаран баран толор бурулаталар, генерастылар, томнерге тутталар эте үйрөтүн. Бу хакадекен тутталар эте. Он бумангойская да тутталлар, Чернобыльдеги, он атын үйрөттүрүн эме тутталлар да. Бу от атынан, бу үйрө отоден атынан эле бу үйрө мине ден бар болду. От мине үйрөнүн оңголдуут, букуянын оңголдуут хакай мине. Бир полгинтар, бир үйрөттөн аты бут согоң оролор тархун ден. Үйті күтіп құяма, оны бағар бұрдықтан берекіне, очақаға болар. Көндір үйті күтіп құян, оны мана әбен мейін болар, арғы бағас болған. Хақағылығы бұрыстай болай, бұрыт. Бұрыстай біле. Конечно, от әвелері үшіге тойдаққана витамин кейхет организмылар нада. Бұл витамин дақтар. Оны қаз бірде үйнәйі, хембір қолабыры чуалан, бұл бұйырға, бұл көмеге, бұл қолабыра тоққарайын, оны Биллер володят, да? Биллер. Он отохтор на шудик биллер. Бо тебе говорит, там доволен. Холобрай, ты меня хоть уланкордока, ты меня хоть хюрнен из Ирлертан, из Ирлер миллиардер от полар. На кустах, кихи битва пола на бетет, ихере тут тарай на трох. Это без тарбахтена туллер. Научил это подорожник тен. Боксурхана один актылдыр кесе. Бу подорожник боллаган эми бил хилдереп таглар. Эми үйталык эвендер. Эбетер боллагана кихи эте баһардагана каны токтоторганан биле туталдыр хайылдыр. Отохотторун эмтилдер. Онда лук хилдер, да лук хамилдер, чошунактен атылдыр. Лук боллагана эки араста. Бир лук боллагана Хамабил таркамут лук чеснок тенатылыр. Тебетер ма чеснок тебелер. Вот чошунах. Турата тахкана боллагана эми тугага чесноктун марнырман силтах ма. Бул лук дике лук харигар албахунер хеп. Бу чоклора илера күн кирген бу уңорго береттен луктан килбите. Бу көхонуга лук эми үйнер. Аны кихилеме бар. Олықтақтырымен қомелдер. Білер кейі дегені хирот әлбәқ. Оны болағана әте анал литератураттан көрек қанада, Википедияме әлбәқ бар. Оны хама әте хақа хиротын тұғынан үшеді көріп бұд. Андрей Савин этнограф. Бір чулу кейі бет хақылаптан. Кені атынан бұл чөріп түмелі аттақ, гравитескі түмелі, кейін түмелі. Дәрхарданы бие әлбәқ экскурсиялар балыр, әлбәқ экскурсиялар етеу дегусайға, көрді историческай, этнографическай экскурсиялар балыр. Оны тағанан бастығы ботаническай экскурсия бар болла, привет, я мәтліктен аттақ. Бұл экскурсияны оланы бігеге активистка бұд, үрдәқ идейіне кейләқ бұд, үрдәқ идеялақ, Лады Евсеева ден методист бұд түкуйда бұда, кенеға мағалықтатылы берек қайын. Здравствуйте, Лады Петровна. Здравствуйте. Вот расскажите про свою работу, про свою экскурсию. Идея экскурсии возникла как-то спонтанно, когда началось наше короткое якутское лето. Очень часто в стихах, сказках, легендах встречались какие-то непонятные названия. Одни из них звучали загадочно, другие угрожающие, третьи как-то романтично, да, и вот поэтому мятлик. Я все время думала, что это какая-то такая тоже трава, которая у нас не растет. И когда я начала исследовать эту тему, оказалось, что мятлик мы видим каждый день, так же, как и луговую герань, так же, как и пырей. И в каждом растении, даже самом незрачном, таятся свои тайны. Они почти все съедобные, они служили нашим предкам и служат сейчас и пищей, и растением, и из них делали ткани. А мы это проходим и не знаем. И люди, которые сейчас уже попали на наши первые ботанические бродилки, как мы назвали наши экскурсии, они вот сейчас мне пишут, что я теперь не могу спокойно ходить. Я везде вижу хрен, я везде узнаю пырей. Мне сейчас так интересно. То есть у людей как бы появилось вот какой-то, ну, взгляд стал другой на окружающий мир. Ну, мы этого и хотели добиться, у нас это получилось. Лада Петровна, расскажите, пожалуйста, а как вообще начинается ваша экскурсия? С какого растения? Ну, на самом деле мы все собираемся здесь, около памятника. И дальше каждый участник получает такой планшет, ну, не цифровой, бумажный, в котором уже вклеены подсказки. И вот с помощью этих подсказок мы должны угадать растения. Вот представим, что вы сейчас у меня на экскурсии. Так. Мы стоим где-то рядом с растением, которое было известно давным-давно. При Петре Первом его выращивали в специальных аптекарских огородах, и крепостных заставляли это растение собирать. Была такая барская повинность. Оно было очень нарядным, и название его отражало эту нарядность. Боярышник. Правильно. Вот. И мы обычно берем там какой-нибудь листочек от боярышника и прикрепляем в наш гербарий. Так вот, что по боярышнику? Ну, с одной стороны, мы все знаем, как боярышник красиво цветет, как он пахнет. Правда, не всем нравится его запах, потому что цветки содержат диметиламин и такой, ну, тухловатая рыба, да, ну, любителя. Но за счет вот этого красивого цветения оно считалось деревом невест, считалось, что оно охраняет девичью непорочность и чтобы вообще как бы вот помочь девушке остаться такой, да, чистой, высаживали специальные живые изгороди, потому что боярышник, кроме цветов, у него еще есть... Иголки. Да, иголки. То есть, если вы так смотрите на кустарник и думаете, да что же это такое, да, достаточно вот так провести. Не зря его много раз он попадал в пословицы, там, красно наряжен, да, гвоздями усажен. По поводу его наряда, в большинстве европейских стран его называют просто колючка. Ну, это как-то колючка, да, неуважительно. Шведский ботаник Карл Линней, который вообще придумал систематику всех растений, он назвал его кротоегус, то есть прочный, за счет, потому что боярышник живет сотни лет, у него очень прочная древесина, да, он растет где угодно, если он даже здесь растет, значит, стойкий, да. У нас на Руси его называли очень красиво, да, боярышник, боярка. Бояре относили пурпурно-красной одежды. Это был отличительный признак этого класса. Соответственно, боярышник так и назвали, да? То есть вот эта темно-красная одежда – это как раз боярышник. Русские крестьяне называли его еще хлебница, потому что, ну, вспоминаем осень, вот эти плоды сушили, из них мололи муку, и вот эту муку добавляли в обычную, и получались вот такие вкусные фруктовые булочки, то есть прямо с таким фруктовым ароматом, с фруктовым вкусом, поэтому называли хлебница. То есть, я говорю, представляете, да, из древесины можно сделать поделки, потому что она радужная, крепкая. Из цветов можно делать свадебные венки, и так и делали, да. Ягоды шли даже в хлеб, ну, там, естественно, варили морсы и так далее. На самом деле, не зря же была поговорка, да, красно наряжена, да гвоздями усажена. Боярышник может быть совершенно разный. На земле сотни видов боярышника, есть даже такие, где иголка составляет 20 сантиметров. Ну, даже такие использовали как гвоздики. Они же очень прочные. Да, не зря же он называется кротоегус, что и означает твердый, прочный. Ах ты, вот это открытие. Так же все говорят на прогулке. Мы не знали, а как мы жили-то? И мы точно так же ничего не знали благодаря Русскому ботаническому обществу, его якутскому отделению и председателю Чаросову Михаилу Михайловичу, да? С которым мы тут все облазили, да, вот мы, конечно, сами стали знать гораздо больше. Ну, мне кажется, задача краеведа не в том, чтобы все знать, да, а вот именно знать, что будет интересно, найти людей, которые могут это рассказать, но не готовы, там, никакой ботаник не будет ходить с людьми, ему это неинтересно, вот это на уровне что из этого приготовить и какие сказки рассказывали. Им нужен там род, вид, семейство, да, вот это все. А нам интересно как раз практическое применение легенды, сказки. А теперь мы видим, ну, не то что мое самое любимое растение, но, наверное, самое удивительное. Удивительное тем, что мы проходим его каждый день. Все газоны Якутска заросли этим цветком. Так, белая красота. Да, белая красота, вкусно пахнет. Но сила его не в цветках и даже не в листьях, которые тоже приятно пахнут. На самом деле из корней этого растения добывают пероксидазу. Это вещество, без которого не представить анализы на СПИД, онкомаркеры. Но это еще не все. Из пероксидазы ее добавляют в ракетное топливо. В год одной России нужно от 50 до 100 килограмм пероксидазы. В тонне корней этого растения содержится 2-5 грамм. Представляете, сколько нужно переработать его, чтобы получить вот эту компоненту для ракетного топлива. Название этого растения мы, к сожалению, говорим каждый день, потому что зовется оно хрен. Так или иначе мы ругаемся этим растением и даже не ассоциируем его с этими чудесными белыми цветами. Растение вот, раньше на Руси оно было одно из первых культурных. Не зря же мы говорим хрен редкий не слаще, да, вот эти все многочисленные поговорки, они и вошли потому, что оно было одной из основных вот такой закуской. Берешь корень, натираешь, маринуешь там с огурцами, помидорчиками, да, у тебя всегда на столе своя закусочка. Россия выращивала сотни видов хрена и импортировала в ту же Европу. То есть вот Германия больше всего нас закупала. Но это все было более 100 лет назад. Потом хреноводство как отрасли умерла. Сейчас Россия сама закупает от того же Китая хрен. Ну это же обидно. Сажали кукурузу, там еще на что-то мода была, да? А хрен вроде как закуской, неважно. И поэтому его похерили, и мы остались без своего хрена. И в результате, я говорю, сейчас гораздо больше его выращивают в том же Китае, я говорю, и в Германии, и в Польше, и в Эстонии. А Россия, которая с 9 века имела огромные вот эти огороды, у каждого крестьянина там в Центральной России был свой огород, и он по осени, в те месяцы, в названиях которых есть буква «Р», то есть сентябрь, октябрь, ноябрь, ну, в декабре тоже не, да, и март-апрель еще можно было копать. Крупные корни, соответственно, терли, отправляли, императорские поставщики отправляли даже во французские рестораны Европы. Вот, как это, есть фильм «Россия, которую мы потеряли», это хрен, который мы потеряли. Я наивно считал, что простые невзрачные травы, это кажется нам, будто травы бывают невзрачны, недостойны приблизиться к чистым, отборным и ясным, собираемым мною в букет, удостоенным чести цветам. Обходил я пырей, обходил я глухую крапиву, лисив хвост обходил, и овсюк, и осот полевой, и пушицу, и колючий, полыхающий пламенем ярым, безобразный, бездарный татарник. Им, конечно, хотелось, а я говорил сукаризный: ну куда вы? Вот ты щавеляла по ухово стебель, полюбуйся на себя, ну куда ты годишься?